Русский я освод, меня помнит весь народ, знает каждый из ребят, мне уже 150. Исторический был путь, если нам назад взглянуть, скромно скажем, без прикрас, жизни я немало спас. Уважаемый освод, в этот юбилейный год мы с тобой все согласуем и законы нарисуем. Не устанем повторять, можно не везде нырять. Избегай на водоемах мест крутых и незнакомых. Дам еще я вам совет. Есть для плавания жилет. Ну а в летнюю грозу быстренько покинь воду. Если начал ты тонуть, круг спасательный метнуть. Взрослых сразу нужно звать, после помощи оказать. Не балуй и не толкайся, будь внимательным, старайся. Воду в речке не хлебай, за буйки не заплывай. И скажу, каков итог, я спасти того не смог, кто не соблюдает правил. Спасибо, кто меня поздравил. Он всех на водах бережет, белорусский наш освод.